Здравия желаю. Показываю лампочку вечную. Правда, пока, сами видите, светит она импульсами. То есть надо еще кондёр туда поставить. То есть подключено через выпрямитель, вот эта батарейка дохлая, вот черная. Она как компенсатор идет. Выпрямитель стоит. Ток потребляется на нулях. Светит, но пока, как видите, импульсами. А надо завтра буду делать, чтобы, может, кондёры какие, чтобы сохранить это все. Кондёр надо подобрать. То есть потребление ноль. Только. А лампочка светит.